В сентябре 1993 года мы избежали гражданской войны. Между теми, кто хотел возврата к советской власти, и теми, кто жаждал установить в России европейские порядки. В августе Руслан Хасбулатов призвал руководителей субъектов федерации не перечислять правительству налоги. Это был, по сути дела, призыв к свержению правительства, которое проводило рыночные реформы. Попытка Бориса Николаевича Ельцина найти конституционный компромисс провалилась. 2 октября сторонники Верховного Совета Хасбулатова и Рудского захватили здание мэрии на Новом Арбате, гостиницу «Мир», здание «Тартас», Краснопресненский УВД. Они заблокировали здание Министерства обороны и попытались штурмовать телецентр Останкино. Бандиты толпами с оружиями двигались по Садовому кольцу и убивали милиционеров. А из провинции им на подмогу колоннами автобусов ехали их вооруженные сторонники. В этих условиях Егор Гайдар по телевидению призвал москвичей собраться у Моссовета. Откликнулись многие десятки тысяч. Стали формироваться подразделения для отражения атак оппозиции. Вообще все шло к гражданской войне. И в 5 часов утра президент Ельцин подписал указ о неотложных мерах по обеспечению чрезвычайного положения в городе Москве. В 6 часов 45 минут начался обстрел Белого дома. В 16 часов после проникновения в здание сотрудников спецподразделений «Альфа» стрельба прекратилась. Нужно подчеркнуть, что при штурме Белого дома не пострадал ни один депутат. Вооруженные боевики вышли через подземные коммуникации с оружием в руках. Выходы по распоряжению властей не были заблокированы. Специально, так как взрывы гранат в тоннелях могли привести к массовым жертвам. Формально указы президента и решения Верховного Совета выходили за рамки противоречивой Конституции, но надо учесть, что при политическом конфликте в условиях двоевластия законы не соблюдались никем. Впрочем, действия президента опирались на выраженную на апрельском референдуме 1993 года волю народа продолжать реформы. Интересно, что ни Хасбулатов, ни Рудской не делали никаких политических программных заявлений. Видимо, потому что их реальной целью была власть. А заполучить ее, воспользовавшись недовольством населения тяготами реформ, казалось очень просто. Учитывая обилие вооруженных баркашовцев и анпиловцев в рядах защитников Белого дома, их боевое настроение, можно предположить, что Хасбулатов и Рудской недолго бы просидели в своих креслах. Их места заняли бы откровенные фашисты. Так что 4 октября 1993 года Россия избежала не только начинавшейся гражданской войны, но и становление откровенно фашистского режима. Сохранилась свобода слова. Не были запрещены оппозиционные партии, газеты. На каналах телевидения шли политические дискуссии. Рудской даже был избран губернатором Курской области. А Хасбулатов спокойно проживал в своей огромной квартире в центре Москвы. Без решительности Бориса Николаевича Ельцина Егора Гайдара, переход к рынку даже в его нынешней клановой олигархической форме в России не состоялся бы. Мы по-прежнему жили бы в условиях административно-командной советской системы, директивных цен,
всеобщего дефицита. Более того, с победой оппозиции мы могли бы получить нового Сталина и продолжить счет новым миллионам репрессированных. Слава Богу, благодаря им этого удалось избежать. Однако принятая в декабре 1993 года Конституция реально не защитила свободы и права граждан. Более того, она стала фундаментом авторитарной власти. Президент всесилен, и только от его доброй воли зависит, какова будет политика подавления инакомыслия. Избираемый всеобщим голосованием, он является главой государства, абсолютным главой. Согласие Госдумы означает председателя правительства и его заместителей, принимает решение об их отставке, представляет Госдуме кандидатуру председателя Центрального банка и ставит вопрос об освобождении его от должности. Предоставляет Совету Федерации кандидатуру судей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора. Назначает и освобождает высшее командование вооруженных сил. Практически он определяет направление расходования денег из государственной казны. Президент формально не входит ни в одну ветвь власти. Он стоит над ними. Но реально он олицетворяет исполнительную власть, делая остальные ветви власти сугубо подчиненными. Президент вправе распустить Госдуму после трехкратного отклонения представленных кандидатур премьер-министра, после двухкратного выражения недоверия правительству, с которым не согласен сам президент, после постановки премьер-министром перед Госдумой вопроса о доверии правительству, когда она в доверии отказывает. Еще раз подчеркну, сегодня разделение властей, независимость суда, соблюдение неотъемлемых прав человека зависит не столько от нашей Конституции с ее лазейками для произвола, а от целей и морального императива президента. Закон же у нас остается как дышло. Как захотел президент, так и вышло.